Сколько детей стоят? Показать. А, ну, реально городская площадь. Роза, Роза. Не пахнет? Где-то здесь уже будет вокзал, потому что я эту улицу уже вспоминаю. Туда мы не ходили. Тут такие дома европейского архитектуры. Здесь бы, наверное, понравилось бы Владу, или нет? Понятно. Он любит большие дома. Здесь была очень сильная любовь. На чё? А, кошка. Подсвеченный пешеходный переход. Это же беда. Даже лампочка, смотри. Это центральный, да, рынок? Светофор. А да, светофоров не видно. А мы здесь проходили с Петербурга. Куда? Куда? Да, да. Это сука так. Кошачьи здесь, нет? А, это выставка из комнаты. Собаки спокойно ходят. Нашел. Ну, вон игра. Не помню. Спит. Ага, не смотри, как тут тихо. Вот так.
Лисенок. Лисенок. Вон у него заросли. Они на деревьях налазят. Осторожно, кошечка. Вон. Ой, какой-то. Ну, кого-то видно на дереве. Свернула, блин. Что там, кошаки? Ну. Что-то их не видно. Да, они уже гуляют там. Кошачий город. Путеводитель по Зеленоградску. Еще один еще. Сейчас поймаю птичку. Вот он. Сейчас поймаю. Не поймаю. Поймаю там. Не мягкая. Мягкая? Нет. Пока прикольный. Но они равнодушные к ласке уже. Их уже загладили. Ну, они там вот вместе сидят. А? Там вместе сидят, он там на лавочке так лежит. Thank you.
копченые, им нельзя копченые. Ну, кто-то положил. Да. Собака, не хочешь погладить? Да, вот сними, кот тоже. Лапы такие огромные. Вот. Ничего он не ворчит, что ты обманываешь. Thank you.